главное предложение сегодняшнего дня. Супер-бестселлер, который покоряет своей изысканностью и роскошью. Наши покупатели выбрали этих восхитительных пледов-покрывал более 15 тысяч, но последний раз в эфире. Вы только посмотрите, восхитительная технология. Почему последний раз в эфире? Потому что из-за дорогостоящей технологии производство прекращено. И покрывало плед Александра может стать роскошным подарком. У нас три новых цвета появилось. Цена только сегодня. Он будет распродан, этот плед Александра. А во всем расскажет нам восхитительная Юленька Колосова, дизайнер с опытом более 15 лет. Она создавала проекты как уютных маленьких квартир, так и огромных интерьеров в простом дворцовом стиле. Ну, кстати, наше эксклюзивное покрывало Александра подойдет и для небольших помещений, и для роскошных больших залов. Это и покрывало, это накидка на ваши диваны, это уютное одеяло. И сделали мы его эксклюзивно для зрителей Шопеншоу. И сегодня я подтверждаю слова Анжелики, коллекцию мы закрываем. И сегодняшние показы последние для покрывала Александра. Пожалуйста, успевайте. Что мы сделали необычного? Все-таки создавали сами. Создавали с нашими технологами, производителями. Это легендарное, любимое, однотонное покрывало с уникальной стежкой квилтинг. Это дорогая технология, когда мы не с помощью красок, а с помощью красивых рельефов стежки выполнили крупный флорентийский вензель с двух сторон на фактуре, имитирующий мех норочки. И вторая сторона, мы тоже решили делать ее... Мурашки. Да, до мурашек мы решили сделать ее не изнанкой, а второй рабочей стороной. И получилось, Александра у нас статуса зима-лето. То есть вы круглый год используете, и все, кто покупал, все понимают, что эта вещь никогда не будет пылиться в шкафчике. Это ваше любимое предложение. Мы будем переворачивать, вы сейчас увидите, как выглядит на одной стороне, на другой. Я еще хочу сказать, вот Анжелика верно сказала, технологии дорогие. Сегодня не каждый может позволить себе это производство. Но мы не будем ударяться с вами в экономику. Я хочу лишь сказать, что Wellsoft, который использован, или эко-мех, как вам нравится, который использован для создания этого прекрасного покрывала, практически незапыляемый. Видите, какой он шелковистый, жемчужный. Он с технологией силк-тач обработки. То есть пыль отталкивается. Это и летнее предложение замечательное, если животное у вас есть, уже прекрасное решение. И, конечно, это практичное, приятное покрывало, пластичное, которое переживет много стирок и будет служить вам долгие годы. Александра – это идеальное решение для дома. Его выбирают счастливые люди. 4 размера. Полутораспальный, двуспальный, евро и евро плюс. Остается только выбрать цвет. Давайте сделаем это вместе, хотя я уверена, вы уже знаете, какой цвет идеально впишется в вашу спальню. Графитовый – это премьерный цвет, его не было никогда, хотя покрывало разлетелось в количестве более 15 тысяч. Бежевый, полюбуйтесь, как выглядит. Салатовый – это еще один премьерный цвет, которого не было, очень свежий, нежный. Кофейный, посмотрите, тоже очень популярный цвет. Также мы предлагаем вам сиреневый, пожалуй, это мой выбор. Прекрасно сочетается с комплектом постели. Белья, серый, постельное белье, нежное сияние, серый цвет и молочный. 8 вариантов цвета, 4 размера. И, как вы понимаете, ситуация в первом прямом эфире такова, что вы можете еще выбрать. Вы можете еще выбрать цвет. Итак, сиреневый, молочный, серый, кофейный. И у нас есть еще цвет какао. Посмотрите, какой великолепнейший вариант. Двухсторонний покрывало плед Александра. Последний раз в эфире. Последний шанс. И, внимание, размеры. Вот полутораспальный, двуспальный, евро, евро плюс. Вы посмотрите, какой восхитительный вариант покрывала, который удовлетворит запросы каждый из нас. Абсолютно, Анжелика. И мне очень нравится, что мы приняли решение, да, сделать эту шикарную фактуру стежкой квилтинг. Очень красивый, крупный, ромбовидный флорентийский вензель изобразили с двух сторон. Давай перевернем и покажем, как будет выглядеть покрывало. Оно однотонное, оно впишется в любой абсолютный интерьер. Стежка шикарно выглядит со стороны, где микрофибра. Вы можете на диваны, на кровати стелить. Обе стороны функциональные. Это редко бывает. Просто обычно вторая шикарная сторона все-таки рабочая. Здесь у нас с вами, посмотрите, и прохладная сторона на лето, и слегка шелковистая, приятная с мехом норочки на более теплый сезон. Просто потрясающе. За счет этой стежки, видишь, рельеф какой шикарный получился. Как линкруст, как лепнина. Правда, нравится, захватывает. Вот, ты знаешь, я бы пришла в магазин, и была бы цена 15 тысяч.
я вообще бы не удивилась. И ты бы не удивилась, я верно? Бы, я бы да. не удивилась, я бы подумала, какой классный, еще потом подумала бы, что недорогое. Да. Потому что, вот смотрите, Вероника Валерьевна из Одинцова написала, очень красивое покрывало и необыкновенно мягкое. Выглядит дорого. Вероника Валерьевна, мы с вами абсолютно согласны. Это покрывало и мягкое, и нежное, при этом роскошное. Оно выполняет роли и пледа, потому что здесь нежнейшие имитируются мех норки. И выполняет роль покрывала. Полюбуйтесь, пожалуйста, графитовым цветом. Он у нас появляется впервые. Вот смотрите, 4 размера, 8 вариантов цвета. И в каждом размере, в каждом цвете менее 100. А в каких-то вариантах менее 70. 10-5. Вот поэтому ориентируйтесь, сейчас вот прекрасный шанс заказать и совершить свою первую покупку. О, боже, вот от чего мурашки. Да, вот, вот посмотрите. А вот от этого, вот сколько от этого мурашки. Анжелика, мне очень нравится, как ты реагируешь. Да. Действительно, настолько это приятно, правда, прикасаться. Слушай, к этой красоте. Это потрясающе. Ага. И я понимаю, почему у нас необыкновенный ажиотаж. Почему все сейчас хотят заказать покрывало-плед Александра. Потому что последний раз в эфире. Не ждите, когда телефоны или не будут перегружены. Наш главный товар дня будет распродан сегодня. Это только кажется, да, что ох, надо подумать, надо походить еще вечером вернуться. Вы вернетесь, у нас не останется ни одного пледа покрывала Александра. У вас котенок или у вас несколько котят или взрослые кошки. Вот у Миколы уже да. Кошка и кот. Да, если в вашем доме есть животные, ну и опять лето, сложное время года, когда летит пыль, то благодаря уникальной обработке ворса, технологии Silk Touch, вот этого блеска, который вы видите и в графитовом цвете, в любом, почистить покрывало легко, постирать машинки просто, оно быстро сохнет, оно добротное, плотное, с шикарной безниточной стежкой, которая не расходится годами. Ёпа. Новый цвет салатовый, лаймовый оттенок. По наследству можно передавать. Да. Потому что оно вечное. Абсолютно вот с тобой опять-таки, согласна. Как мне не вспомнить Краснодар? Там, ты знаешь, в арендованной квартире 3 пледа было, дети не выпускали их из рук. Потому что это мягкое, нежное, уютное и роскошное. Успейте заказать по специальной цене и только сегодня.